Инвестиции и развитие предпринимательства поддерживает не только готовые проекты, но и создает новые. В базе данных Фонда поддержки предпринимательства появились два новых стартапа. Уже готовые идеи ждут своего разработчика, активного предпринимателя, который сможет воплотить актуальный проект в жизнь. Сельская мини-пекарня, сельскохозяйственная ферма, частный детский сад, химчистка, турбаза и многое другое. Сегодня округу необходимы новые формы производства и предоставления услуг. Ставка делается исключительно на частный сектор. Специально для него эксперты Фонда поддержки предпринимательства разрабатывают бизнес-идеи. Проекты разрабатываются по идее проектного офиса и по решению, по проведению мозгового штурма нашими сотрудниками. Мы садимся и думаем, какой проект можно реализовать у нас в населенном пункте. Далее специалисты фонда разрабатывают укрупненную финансовую модель данной идеи. И в результате, когда мы его вешаем у нас в инновационном разделе, любой заинтересующийся, он может посмотреть уже просчитанные риски, он может посмотреть просчитанный спрос на данный проект. В результате получается готовая модель проекта со всеми расчетами. Сегодня в банке данных два проекта – предприятие по переработке рыбы и торговая интернет-площадка. Последний проект особенно важен для региона. Онлайн-магазин позволит сводить местного продавца и покупателя из любого уголка мира. Товар будет самый разный – бурки, дикоросы, наринмарская колбаса и многое другое. Согласно онлайн-опросу, 68% жителей округа, принявших участие в голосовании, считают проект перспективным. Теперь эксперты фонда ищут потенциальных инвесторов. Прежде всего, это должен быть человек, который знает, что такое продвижение, потому что написать сайт – это, в принципе, не такая сложная работа, когда есть люди, которые готовы этим заниматься. Самая сложная история – это маркетинговая составляющая и продвижение в социальных сетях. Продвижение в поисковиках, вообще маркетинговая кампания, которую нужно грамотно выстраивать, это дорого. По словам эксперта, срок окупаемости проекта не менее 5 лет. За это время разработчику необходимо будет вложить немало средств и времени на раскрутку торгового портала Ненецкого округа. Без поддержки и консультации предпринимателя не оставят. Кроме того, в фонде можно выиграть грант или получить деньги взаем на льготных условиях. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».